классный станок, только хуже. Хотим купить такой же. Чем он отличается от нашего 420 мода? От вашей 420? Да. Да это такой же станок, только у вас ХА, а этот КФА. Нет, у нас АШФА. АШФА? Да. Тогда это тот же АШФА. Не, у нас другой немножко. Но у нас так вот не опускается, у нас как-то по-другому здесь немножко расположено. Вот это вертикально просто, по-другому что сделано. Лично у вас я не был там. Вот так поднимающийся он, правильно? Да, да, да. Понятно. Просто сейчас в сложном состоянии, видимо. Ну что, как высоко? Отлично. Да? Отлично. Мы находимся в павильоне «Форум» на выставке «Металлообработка 2018». Конец дня. Так, здесь все красиво, замечательно. Очень много интересных компаний. И мерилку, и станки, и все, что угодно предлагают. Очень интересная выставка в этом году. Ну, мне кажется, даже чуть-чуть интереснее, чем в прошлом году. Много новых компаний увидели, много новых отечественных производителей. Может быть, псевдоотечественных производителей. Типа китайское производство, российская отверточная сборка. Ну, интересно походить. Давайте завтра попробуем пройтись по выставке. Будет, я думаю, очень интересно. Сегодня уже поздно.